Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами сделаем веселую обезьянку. Нам потребуется разноцветный картон. Лучше, чтобы был розовый или желтый или светло-оранжевый. Клей ПВА или титан или клеящий карандаш, чем вы привыкли клеить. Я больше всего люблю склеивать клеем титан. Он очень хорошо клеит. Быстро схватывается. Можно двухсторонний скотч. Ножницы, коричневый и черный фломастер. Для начала вырежем из картона любого цвета полосочку длиной 15 сантиметров, шириной примерно 9-10 сантиметров. Ребята, вы можете сделать длинную полосочку и повыше. Просто у вас обезьянка будет побольше. Я сразу украсила свою полосочку цветочками. Это костюмчик обезьянки. Вы можете воспользоваться дыроколом или нарисовать фломастерами, или попросить у мамы клей, извините, лак для ногтей и лаком для ногтей поставить точечки, горошинки. А можно ничем не украшать, можно просто взять цветной картон. Склеиваем этот цветной картон в цилиндрик. Вот так. Для удобства можно воспользоваться двумя прищепочками. Откладываем в сторонку. Ребятки, я уже приготовила мордочку обезьянки, чтобы убыстрить видео из розового картона. А сейчас покажу вам, как вы ее будете делать. Примерно с ваш пальчик, примерно с ваш пальчик. У кого-то будет больше, у кого-то меньше обезьянки, у всех разные. Рисуем, рисуем овальчик. Наверху рисуем вот такой полукруг над овальчиком. Около полукруга и овальчика в углу рисуем ушки. Вот так в серединке рисуем челочку. Рисуем носик. Рисуем ротик. Сразу рисуем ручки. У меня ручка вот такая, посмотрите, у обезьянки. Вот так пальчик выгнут. Раз, а потом раз, два, три, четыре. Довольно большие ручки. И вот такой маленький называется клапан для соединения с рукавчиком. Кому трудно, может нарисовать вот такую ручку, как варежку. А потом фломастером на ней нарисовать пальчики. Это не важно. Тоже с клапаном. Это мы все делаем на розовом картоне. Рисуем ножку. Вот это вот будет пяточка. Вот так вот большой пальчик и маленький. Раз, два, три, четыре. Я вам показала, как рисовать. Теперь, когда мы сделали головку розового цвета, мы на ней нарисуем. Я с вами рисую. Сейчас это бровки, ушки. И вот так вот ротик. Я еще обезьянке оставила два вот таких смешных розовых зубика. Их можно потом сделать из белой бумаги. Вот это у нас мордочка обезьянки. Мордочка. Фломастером или гуашью. У кого что есть. Или акварелью закрашиваем челочку.
и закрашиваем ушки. Складываем в два раза. Вот примерно такой кусочек. Я по размеру показываю, с половину вашей кисти. Складываем в два раза. У меня картон двухсторонний. Это у нас будут штанишки. И вот так примерно вырезаем. Вот это будет клапан, к которому приклеиваются штанишки. А вот так вот и будет ножка. Чуть поменьше такой же складываем. Давайте я вам нарисую. Чуть поменьше также складываем в два раза прямоугольник. И вырезаем, это будут рукавчики. Вот у нас лежит туловище. Смешные глазки приклеились. Шаловливая у нас обезьянка. Вот у нас лежит туловище. Вот вы, наверное, поняли уже. Это легко. Вы не торопитесь. Вот так мы приклеиваем в стороны. Растопырила обезьянка ножки. Я смазываю клеем. Одну и вторую часть. И беру наши ножки. Тоже смазываю ножки клеем. Нигде пальчики, а вот эти стороны. Так приклеиваю. Вот так ножка. И вот так ножка. И приклеиваю их вот так, так и так. Опять нам помогут прищепочки. Делаем так. И так. Отложим в сторонку, займемся ручками. Загибаем вот эти вот клапаны. Да? Опять смазываем ручки. Клапаны, это не ручки, это рукавчики. Не убегай, рукавчик. Смазываем, а это вот клапаны на ладошках смазываем. Приклеиваем так и так. Ножки у нас уже приклеились. Теперь приклеиваем ручки. Так. Ой, какая красивая обезьянка получается. И так. Опять могут помочь прищепочки. Так, обезьянка сохнет. Теперь для глазиков надо вырезать два беленьких кружочка. И внизу, сейчас я покажу фломастером. И внизу фломастером нарисовать черненькое пятнышко. И я хочу вот так приклеить.
От того, как вы повернете вот это черное пятнышко, будет зависеть выражение глазиков обезьянок. Посмотрите, как здорово получается. Я приклеивала на двухсторонний скотч, а вы можете простым клеем приклеить. Теперь, ребята, какая же обезьянка у нас без хвоста? Вы можете вырезать из коричневого картона любого размера хвостик, любого. Но главное, чтобы он был длинненький. Можно его как хочешь загибать, можно и не загибать. И вот сюда приклеить на клей или на двухсторонний скотч. Теперь я решила украсить нашу обезьянку. Она у нас очень красивая. Я сложила гармошечкой маленький отрезочек бумажки, бабочку. А можно, ребята, просто нарисовать бантик обычный. Нарисовать бантик. И вот прищепочки уже можно снять. И вот сюда приклеить. Теперь нам осталось приклеить только головку. Ой, ребятки, мои дорогие, я забыла сказать. Мы когда с вами рисовали головку, у головки надо было нарисовать вот такую вот палочку. Эта палочка нам поможет для того, чтобы приклеить вот так головку обезьянки. Мы ее вот так выгнем. Она, посмотрите, должна быть по размеру, как сама головка. Можно даже длиннее. Я решила, чтобы было побыстрее, взять двухсторонний скотч. И вот смотрите, куда я клею. Вот сюда, на заднюю часть нашего цилиндрика. Ребята, чем это хорошо? Посмотрите, какая живая обезьянка, да? Как ее не поставь, у нее головка шатается, шатаются ручки, ножки. Вот такая замечательная обезьянка у нас получилась. Желаю вам успеха! Помните, что можно любого цвета делать, и ручки, и ножки любой формы делать, и хвостик любой формы. Успехов вам!